Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Не успел у нас закончиться сенокос, а как уже необходимо вывозить рулоны на место их постоянной дислокации. Но не ввиду того, что время уже подошло, а ввиду того, что их могут приватизировать кто-нибудь, кроме нас. Так как данные рулончики, они вполне подъемные, весом от 2,5 до 3 центнеров. Их, как видите, можно вот, я один его спокойно толкаю, а если приехать, допустим, вдвоем, втроем, его легко можно вечерком загрузить и увезти домой, без разрешения на того владельца этого сена. Ну, сейчас вам хочу показать, как я вывожу эти рулоны. Вот такая вот вилка своего рода. Навеска на погрузчик на наш приобретал вместе с этим вот погрузчиком Harvest 1000+. Вывожу на вот таких вот двух телегах. Также можно возить на стоговозе. Но на стоговозе своего рода маленечко неудобно. К этому делу я приобщил вот это вот 2 ПТС-4 и вот этот вот прицеп ГКБ-817. Он же зиловский прицеп. Приобрел я его в этом году. Мне он очень понравился. Прям во всех отношениях, что я на нем уже делал. Особенно вот когда вывожу рулоны. Опустил буквально вот эти вот борта. И все. И сейчас я вам, конечно же, покажу. Вот, вот так вот опустил. На цепи их вот такие вот закрепил, чтобы они ниже не опускались. Но они же здесь старым хозяином были предусмотрены. Он сам это все делал. Ну и сейчас, конечно же, вам покажу, как я это все делаю, нагружаю. Здесь вот как раз у меня 13 рулончиков расположено. И они как раз все войдут вот в эту вот тележку зиловскую. С одной стороны, с рулонами на сенокосе очень довольно-таки быстро готовить сено. Меньше людей задействовано в этом деле. Независимо от того, какая погода практически на улице. То есть, допустим, если мы раньше сено, допустим, сгребли в волки, и оно у нас в волках, и мы начинаем толкать, то у нас, как говорится, глаза, если на улице вот такие же вот тучки, вот, глаза всегда вдаль смотрят, а не надвигается ли тучка. То есть, допустим, если мы рулоним, впереди идет трактор Т-16, я вам это уже по делу показывал, а сзади рулонник. Но зашла тучка, если она не так надолго зависла над сенокосом, подождали там 2-3 часа, чайка попили, поговорили и дальше продолжили работать, сено обдуло. А если, как говорится, сами понимаете, затянуло, развернулись, все, и поехали в сторону дома. Кошанине, по большому счету, сильно вреда этот дождь не приносит, если он, конечно, не затяжной. Ну а вот по поводу загрузки, если сравнивать со скирдой сена, то это немного, как видите, надо покататься. Я вот сюда вот приехал, на вот эту полянку. Более-менее такое место занимаешь, чтобы со всех сторон было наравне, ездить было к этому, к прицепу. То есть каждому прицепу, каждому рулону не потаскаешь тележку, так как приехал один. Ставлю примерно ее посередине. И со всех сторон потом начинаю наваживать эти рулоны. Ну, вы сейчас сами все увидите. В общем, приступаем. Говорить можем долго.
зрителям. Какие-то 2 минуты, и телега нагружена полностью. Нет, это для вас 2 минуты, а на самом деле минут 15-20, как самое малое. Нагрузили мы здесь 13 тюков, как я вам уже сказал. Вот так вот они благополучно здесь размещаются. Вожу я уже не первый рейс. Практически все сено, большую часть уже вывез. Сейчас едем, передвигаемся в ту сторону. Там у нас еще есть тюки, рулоны вернее. Загрузим вот сюда вот еще 6 штук. И выдвинемся в сторону дома. Ну все, едем дальше. Приехали мы к следующему расположению наших рулонов. Возить еще есть что. Ну все, сейчас грузим вот эту телегу по-быстренькому. И все, едем в сторону дома. Вот, уважаемые зрители, вторая тележка тоже нагружена. Как видите, входит только 6 штук. Вроде бы, как сказать, ширина кузова по внутренним размерам 4,10 УПТС-4, а у этой 4,30. 20 сантиметров, но делает свое дело. Итого получается у нас 19 рулонов. Почти, грубо говоря, 55 центнеров, где-то так, 100% везем. Ну все, едем в сторону дома. Там еще покажу, как разгружаю. В принципе, и так все ясно. Складываю в пирамидку. И снова всем здравствуйте, уважаемые зрители. Снова мы вместе с вами приехали на наш покос. Были у нас здесь обильные дожди, шли около недели. Потом ждал я, когда все подсохнет, чтобы снова приступить
к вывозке рулонов на место их постоянной дислокации. И хочу вам показать, что за это время, пока шли дожди, приобрел я новый прицеп. Не знаю, он зиловский, не зиловский, либо, по-моему, от Ифы есть такой тоже автомобиль. Вот так вот он выглядит. Он, правда, не самосвал, просто платформа. На нее я вот выпилил вот такой вот брус из березы. Ну и сейчас наши рулончики будем складывать на вот эти вот тележки. Как буду складывать, буду, конечно же, показывать вам. Ну все, приступаем. Уважаемые зрители, и нагрузили мы наши тележки рулончиками. Вышло на каждую тележку по 13 штук, итого 26 штук. В принципе, так-то можно в каждую тележку укладывать и еще по одному ряду, но думаю, этого не стоит. Так они намного плотнее сидят, друг друга, как говорится, держат, ничего увязывать даже не надо. Ни много ни мало, 7 километров нам надо будет ехать. Рессоры на тележках ведут себя прекрасно. Ну, они, как говорится, рассчитаны на это дело, на этот груз. Ну и все, сейчас выдвигаемся в сторону дома. Как сегодня на улице хорошо. Ладно, все, едем.
что, уважаемые зрители, вот и наши рулончики приехали на постоянное место дислокации. Как видите, соскладировал я их вот в такие вот штабеля по принципу 3, 2, 1. Один штабель у меня расположен с этой стороны, второй штабель у меня расположен с правой стороны. Вот с этой вот. А посередине у меня место было для разворота вот этого тандема из двух телег, на которых я и увозил эти рулоны. Телеги очень сильно понравились, хорошие, крепкие, удобные. Хорошо с ними, как говорится, работать. На ПТС-ку 6, как видели в самом начале видео, нагружал я всего лишь на все 6 рулончиков и все. Здесь же входит у меня 13. При желании можно даже уложить 15. На днях я вот эту одну тележку отцеплял, укладывал 15 рулонов. Здесь соседям вывозил тоже. Делал 3 рейса, укладывал по 15 рулонов. Ну, здесь недалеко было ехать. Плюс кренов никаких не было, дорога ровная была. То есть в любом случае телега нигде бы не завалилась. Ну и какой можно сделать вывод по вывозке рулонов на телегах и вывозке сена в стогах сена, вот на таком вот стоговозе. В прошлом году я возил сено на вот этом стоговозе, в скирдах, в стогах. Что можно сказать? На стоговозе намного быстрее все делается. Приехал, буквально 10-15 минут загрузил, вернее. Вот, залез он на этот стоговоз, приехали, разгрузили его, то же самое, 5-10 минут, тоже очень быстро. И все, поехали в сторону дома. Что не сказать об рулонах. Все в зависимости еще, как рулоны расположены. Если сравнивать чисто работу с одним только трактором. Если речи нет с двумя тракторами, если один таскает вот эти вот тележки, второй грузит. Намного быстрее, конечно, бы дело шло. Но у меня такого не было. Ездил я один, грузил. И у меня уходило на это время примерно минут 20-30. То есть там грузишь их, потом приезжаешь, начинаешь здесь разгружать. То же самое. Уже, конечно, не так, не 30 минут уходит, но минут 20-25. Ну, 20 точно уходит минут на разгрузку. Даже поболее, я бы сказал. На тот момент, когда у меня вышло видео о заготовке грубых кормов в этом году, я вовсю уже после окончания сенокоса возил вот эти вот рулоны вот сюда вот, на это место дислокации. И складировал я их вот в такие вот штабеля. Ну и в том видео я попросил у вас, уважаемые зрители, помочь, кто с ними давно общается, с этими рулонами, как их правильно хранить, как их правильно складировать и тому подобное. За что, конечно же, вам искреннее большое спасибо за советы. Но этими советами я воспользуюсь уже на будущий год. В этом году ничего уже делать не буду, не буду их перекладывать. Вот. А на будущий год там либо на лисины, либо на большие покрышки, либо на европоддоны от строительных материалов буду уже складировать эти рулоны, чтобы снизу не было подпитки влаги. Но вообще планирую, бог и знает, получится, не получится, хочу сделать небольшой навес, хотя бы именно для своих грубых кормов. Ну а там, как говорится, на продажу уже совершенно другое будет. Там уже другие владельцы пускай заботятся о своем сене. Они, как правило, берут там немного, 2-3 рулона, ну кто-то побольше, там в основном кроликам, козам. У них там есть практически чем накрывать. В общем, вот такие вот дела. Но одним из ваших советов я в этом году воспользовался. Соскладировал рулоны немного по-другому. Они у меня расположены на другой территории. Вот так вот я их расположил. Ну а на этой усадьбе я вот так вот сложил рулоны. Пока вывозил сено, почитал ваши комментарии и решил сложить так вот, как их называют, сосисками. Здесь вот, то есть они питаются только вот из-под низу. Ну, как я уже сказал, на будущий год поддончиков, там колес или еще что-либо насобираю, и будет уже совершенно все по-другому. Ну а так, все в принципе мне нравится. Сенокос понравился. Экономный, быстрый. Складирование тоже понравилось. Ну, вывозка — это мелочи. Посмотрим, какая управа будет.
какое хранение этого сена будет. Но все зависит, конечно же, от погодных условий. Если сверху будет мало осадков, значит и здесь все будет хорошо. Так что вот такие вот дела. Ну и все на этом. Спасибо всем, кто смотрел. Задавайте вопросы. Как всегда, отвечу всем без исключения. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. Без них тоже никуда. Ну и все. Всем до новых встреч. Всем всего доброго.